Янмат забрасывает мяч к линии штрафной. Митрович. Это то, для чего Янмата, собственно говоря, и держит. У него... на Сисоко. Можно отдать. Передача. И дальше Янмат оказывается на ударной позиции угловой. Ньюкасла. Айосе Перес. Слева должно быть подключение. Вот он, колбэк. Айосе играет сам удар. С внешней стороны мяч попадает в сетку. Вот здесь показалось, что немного пожадничал, и об этом говорит. Лестер с мячом. Шлуп. Шлуп поворотом. И с позиции левого инсайда. Ничего у Ньюкасла пока еще и не было. Ух ты! Миллиот опять ошибается на выходе. Не в первый раз. Саша. И Сисоко бьет поворотом. Мяч попадает в хут. Игроки Ньюкасла. Стрел опасно. До удара доведут. Сим де Йонг. Не получается удар. Саша. А если и бы Сисоко Митрович сразу сам. Передача на Митровича. Попробуй сам пробей. Осталось Митровичу. Касание, наверное. Касание не пробьешь, а время...